Здравствуйте, друзья мои! С вами Юлия Бермайер, и сегодня у нас первый урок. Ну что ж, давайте для начала научимся здороваться на английском языке. Hello! Наверное, вы уже слышали это слово и знаете, что оно означает «привет», «здравствуйте». Но вы также знаете слово «hi». Помните, что учителю, незнакомому человеку, мы можем сказать только «hello», а вот однокласснику или подружке можно употребить и «hi». Ребята, не забывайте вслух повторять все выражения за мной. Давайте попробуем еще разочек. Hello. Hi. А что мы с вами обычно говорим после того, как поприветствовали друг друга? Правильно, мы спрашиваем, как дела. How are you? Как дела? How are you? А вот ответить мы с вами можем по-разному. Например, fine, thanks. Что значит «отлично», «спасибо». Но иногда наши дела совсем не отлично, а так себе. И на вопрос «how are you?» мы можем ответить «so-so», так себе, «so-so». Конечно же, это не все варианты, которые мы можем использовать, но остальные мы выучим с вами на следующих занятиях. Вот узнали мы сегодня, как здороваться, а теперь давайте выучим несколько букв. Весь алфавит мы сегодня учить не будем, не переживайте, всего лишь 5 букв и 5 слов. A for apple. B for ball. C for cat. D for doll. E for egg. Ребята, а вы знали самый лучший способ выучить буквы и слова? Открою вам большой-большой секрет. Вам нужно вооружиться ручкой и тетрадкой и прописать каждую буковку и каждое слово по строчке. Но когда вы пишете, нужно еще все это и проговаривать. Тогда ваши пальчики запомнят, как писать, а ушки всегда будут слышать это слово. Вот что должно у вас получиться. Итак, мы сегодня выучили много новых слов и букв. Давайте-ка еще разочек их вместе повторим. Не забудьте их дома прописать и выучить. Hello. Hi. How are you? Fine, thanks. So-so. Apple. Ball. Cat. Doll. Egg. Ну а полный курс с упражнениями, прописями и тестами вы можете найти на моем сайте lingvamout.com. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне на почту leonin@lingvamout.com. Набор на индивидуальные занятия всегда открыт. С вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!